Добрый день! В эфире «Кинопанорама» с Юрием Рязановым. У нас в гостях Сергей Николаевич Калишня. Добрый день, Сергей! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о фильме, где вы снимались, «Олимпийская деревня». События фильма происходят в августе 1980 года, когда в Москве гремела Олимпиада, все неблагонадежные граждане были высланы за 101-й километр. И среди них виолончелист Арсений Чайка, которого играет Сергей Калишня. Насколько я знаю, это ваш был дебют в полном метре, как главный герой. Мне повезло. В моей карьере есть вот эта отметочка, главная роль в полнометражном фильме. До этого у вас, наверное, был обычный путь, то есть институт, училище театральное или... Я бы сказал, не совсем обычный. Я зачем-то выбирал не тех композиторов, которых положено. Играл не так, как положено. Звучу. Не так, как положено. Сергей Калишня родился в 1968 году. В 91-м Юрий Золотухин заметил молодого артиста в любительском спектакле и позвал его в театр на Таганке. Но диплом актера Сергей получает только через 4 года и переходит в МХАТ имени Чехова. В 96-м году его награждают званием «Лучший актер Европы». Сейчас он играет, ставит и руководит в собственном театре «Нота Бене». Много снимается в телесериалах. Для роли виолончелиста в комедии «Олимпийская деревня» набрал 20 килограмм лишнего веса. Ты играешь музыканта, да? На этой... Виолончелиста. Да. Вряд ли ты играл на виолончели. Или играл там в детстве? Нет, на самом деле я первый раз взял в руки этот инструмент, но чтобы как-то с ним сжиться, да, я с ним ездил постоянно. Куда-то иду, я с собой его беру. Просто так, на какую-то встречу я с собой его беру. Я со смычком ел, спал, писал. И плюс еще я обучался по-настоящему, как брать эти лады, как держать этот смычок, как водить его. Так что соседи и родственники сходили с ума. Он был победителем на конкурсе Чайковского. В то время, как известного виолончелиста разыскивает корреспондент «Радио Свобода», в деревне Протасово происходит много чудесного и необычного. Арсений влюбляет в себя одну половину деревни и раздражает другую. Но главное, он находит свою первую любовь. Снял эту комедию режиссер Александр Суханов. А вот как думаешь, вообще эта ситуация такая возможна в жизни? Такой вот уволень со смычком побеждает более сильного противника. Я уверен, что все девушки мечтают не о парнях с кубиками, а о человеке, мужчине с прекрасной, нежной, настоящей душой, с настоящим сердцем. Ох, я толстячков люблю! В баньку, что ли, его пригласить? А? Мам, ну ты даешь! Кстати, в моей жизни, к примеру, то же самое было. Я ухаживал за девушкой, она всячески отвергала мои ухаживания. Я сам поражался, что это никак. Я ей не нравился. Что я сделал? Я ее пригласил на наш показ в театральный институт. Она пришла, посмотрела. Мы тогда показывали отрывок из Достоевского «Бесы». Она посмотрела... все. Ну, во-первых, реакция зала там была какая-то фантастическая, там кого-то в истерике выводили из зала от увиденного. Да, вот все это вот было на ее глазах. Она пришла домой к своей маме и сказала: Сережа такой талантливый. Вот на днях мы отметим 22 года нашей супружеской жизни. Мама тоже в восторге от вашей музыки, так что две трепетные поклонницы у вас уже есть. Вообще, ты себя чувствуешь как комедийным актером? Мне кажется, для каждого актера интересно попробовать себя вообще в разных качествах. Тем более, в театре-то я как раз играл много, как ни странно, драматических ролей. Мне в кино интересно играть все. Винни-Пух с балалайкой. Еще раз увижу тебя с моей девчонкой. Знаешь, что я с тобой сделаю? Дайте-ка пройти. Не понял. Ну, вообще, наверное, не хватает комедии вот таких хороших. Может быть, уже общество хорошую комедию и
не воспримет. Вот это нет ли в этом опасности? Когда ты что-то делаешь, опасность всегда есть. Когда люди снимают драму, тоже есть опасность, воспримет или не воспримет. Когда Рязанов Эльдар снимал свои гениальные фильмы, многие очень это не воспринимали. Но потом, когда он уже вышел на экраны, когда пошел отклик, это все потом это стало уже классикой. Поэтому надо стучаться до зрителей, конечно. Бегут, бегут наши ребята! Здорово бегут! Важно не потерять темп ни на одном из этапов. Один за всех и все за одного. Держать. Должен ли фильм подстраиваться под зрителя? Или все-таки он должен быть немножко выше? Ну, как известно, фильм-то должен хоть как-то учить чему-то. Я понимаю, что это не школа, да? Но в хороших комедиях люди же не просто смеются. Они смеются по-доброму. И в них вибрация добра через смех, она все-таки вытрясает какую-то злобу, вытрясает какой-то нерв, который сейчас у нас очень часто встречается в нашей повседневной жизни. Обезболивающе кончилось. Как? А? Что делать-то? Что делать-то? Что делать-то? Арсений! Я, наверное, помираю! Играй! Все-таки комедия должна к чему-то направлять. Может, просто улыбнуться? И уже, да, от этой улыбки многое может измениться. Сергей, спасибо. Я понял, что главный совет – чаще улыбаться, даже если сложно, да. Даже если тяжело, постараться улыбнуться, и тогда мир будет вокруг чище, краше. А у нас в гостях был Сергей Николаевич Калишня, артист, которого я очень уважаю, люблю, и побольше всех хороших, светлых ролей. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.